Матильда! Ну, каково? Мой юный друг пишет мне, что на дворе плохая погода, и он, видишь ли, совершенно упал духом. Матильда! Я вспоминаю север, мою знаменитую охоту на белого медведя. Да-да, король английский, 101-й Эдуард, которого зову я просто Эдя, однажды попросил меня в британский зоопарк достать ему полярного медведя. Король меня просил, ну так и быть, какой пустяк медведя раздобыть. Ла-л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 а, какой пустяк медведя раздобыть. Вишневый компот, любимый дом вспоминая. Thank you.
Знает путь к победе и не боится преград, тот сможет раздобыть медведя и с ним вернуться назад. Нигде не унывайте и тогда, любое горе — это не беда. Не надо падать духом и тогда, любое горе — это ерунда. Клянусь своей треуголкой.